Добрый день. Сегодня мы рассмотрим оптическую мышку Adjust RA Eagle 7D от компании HQ Tech. Упакована она вот такую упаковочку. Что ж, посмотрим, как она выглядит. Внутри она выглядит еще лучше, наверное, чем на коробке. Вы только посмотрите. В оплетке даже провод. Сразу же видно, насколько качественно, насколько подошли ребята из HQ Tech к работе, выполняя эту мышечку. В руке она лежит довольно удобно, имеет размер 111 на 67 на 39, 7 кнопок рабочих имеет, 1, 2, 3. Здесь мы имеем переключение чувствительности DPI и 2 боковые клавиши. Кстати, о чувствительности. Имеет она чувствительность с порогом 800, 1600 и 2400 DPI. Сразу видно, что мышка классифицируется игровой. Это просто отлично. Выход у нее, конечно же, USB. Имеет она LED-подсветку, причем довольно-таки очень красивую. Синим по бокам светится, то есть вообще просто классно, стильно. Наработка на наказ у него 5 миллионов циклов. Достаточно долго, скорее компьютер умрет, чем эта мышка. Ширина передачи канала 16 бит. Имеет также здесь у нас ножки. А ножки не простые, а с бесшумной технологией, с тефлоновым покрытием Ultra Slick. Это обозначает, что она не будет шуметь при работе. Отличное решение. Длина кабеля 1,8 метров. Хватит сполна вам. Поддерживает любую операционную систему. Я вас благодарю за обзор, встретимся с вами в следующих обзорах, ждите нас, спасибо, всего доброго.